Сегодня в районе 11 часов на участке дороги обход города Мурома в районе деревни Нежиловка произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего последний вылетел в кювет и загорелся. На место происшествия незамедлительно выехали все аварийные службы. К счастью, это был всего лишь сценарий, придуманный для того, чтобы проверить готовность спасательных спецслужб в условиях, максимально приближенных к реальным. Согласно указанию Главного управления МЧС России по Владимирской области, были запланированы и проведены учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия с задействованными силами от сотрудников ГИБДД, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и аварийно-спасательной службы округа Муром. За считанные минуты пожарные справились с разбушевавшимся огнем, а спасателям пришлось даже вырезать крышу автомобиля, чтобы достать условного пострадавшего и на носилках передать надежные руки бригады скорой помощи. Молниеносность, слаженность в работе, опыт и, кстати, новая пожарная техника позволили спасательным службам успешно провести учебную операцию. Пожарная охрана, я считаю, сработала хорошо, вовремя приехали, вовремя потушили, спасательный отряд достал пострадавшего из машины и, кажется, оказал ему первую медицинскую помощь. Конечно, в реальной жизни все бывает серьезней. Если человек вовремя не успел выбраться из горящего автомобиля, то шансы сохранить ему жизнь минимальны, ведь счет идет буквально на минуты. Но для этого и проводятся такие вот учебные тренировки для спасательных служб, чтобы в случае реальной опасности они сработали еще более слаженно. Екатерина Задовская, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.